Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы продолжаем изучать контргамбит Фалькбейера, и сегодня мы рассмотрим вариант с ходом конь c3. Что может быть дальше? Черные могут ответить конь f6, d3, слон b4, связывая коня c3, и опять же нападая на пешки, на пешку d5 и защищая пешку e4. Слон d2, защита, и самый лучший ход черных здесь e3. Черные отдают пешку и получают хорошую игру. Давайте рассмотрим вариант с ходом конь бьет на d5. В дальнейшем мы будем следовать партии, которая была сыграна в 1902 году, и на ее основе построим анализ. Конь e4 сыграли белые в той партии, однако самый лучший ответ здесь, самый сильный, это DE. И после конь c3, bc, слон c5, конь f3, белые получают хорошую позицию, и игра в данном случае равна, может быть, с небольшим преимуществом белых. Давайте вернемся к ходу в партии. Сложная позиция, и белые играют вместо DE, они играют конь e4. Дальше последовало конь e3 с нападением на ферзя, ферзь e2 и конь c2, шах. Здесь белые играют на ловушку, король d1, нападая на коня черных. Черные видят, что конь под боем. И как раз если они этого испугаются, то проиграют. Например, конь d4, как было в партии. Конь f6, вскрытый двойной шах. Защита от него — только уйти королем на какое-либо другое поле. Здесь это поле f8. Ну, естественно, поле d7 пробивается конем. Итак, король уходит на f8. И дальше все просто. Слон b4, шах, c5, слон бьет на c5, ферзь e7, это единственная защита, и слон e7, мат. Давайте посмотрим, как могли бы черные спастись в данной ситуации, если бы обошли ловушку и не сыграли конь d4. Необходимо было играть конь c6, защищая слона на b4. И тогда, после конь f6, шах, король уходит на f8, король бьет на c2, но ферзь бьет коня на f6. В результате позиция носит острый характер при небольшом преимуществе черных. Вот такая ловушка и такое опровержение могут быть в этом варианте. Продолжим изучение гамбита Фалькбейера в следующем выпуске. До встречи!